я мешаю плиточный клей и сразу на стену с кирпичиками довольно толстым слоем. И тут важно, чтобы замес плиточного клея был довольно густой. Чтобы сделать карту мира аккуратную, тут важен контур. И беру большую кельму и разглаживаю поверхность. После высыхания плиточного клея я приступаю к окрашиванию. Мне понадобится лессирующий лак. Мы добавляем туда колера. Я использовала вот эти цвета, которые вы видите сейчас на экране. В моей современной карте мира будут созвездия, а не города. Нашла трафарет и пишу «Следуй за звездой». Прохожу клеем для паталя и приклеиваю паталь. И после того, как она просохнет, на следующий день я сухой кисточкой ее аккуратно сметаю. Далее я беру золотые кнопочки, можно взять обычные саморезы. И после чего я беру нитку. Получаются потрясающие, красивые золотые созвездия.